Глава нашего государства направил поздравления народу Узбекистана по случаю праздника Навруз. Руководитель страны отметил, что древняя философия Навруза, его суть и смысл заключаются прежде всего в сохранении мира и бережном отношении к здоровью человека. И несмотря на возникающие трудности, жизнь продолжается. В этом году праздник мы отмечаем в наших домах в кругу семьи. Мухтарам президентымыз, халқымызны ділідегіні баян қылып, халқа тинчлік тілеп. Уважаемый президент озвучил то, что было у нас в сердцах. Пожелал нашему народу мира. Его поздравление воодушевило каждого из нас. Для защиты от любого заболевания самое главное – это соблюдение гигиены. Чистота – залог здоровья. Глава государства отметил, что если в обществе будут сохраняться мир и стабильность, обеспечиваться здоровье людей, то такое общество, безусловно, достигнет своих целей. В этом году из-за угрозы коронавируса мы отмечаем праздник Навруз в наших домах, в кругу семьи. Уверен, что благодаря принимаемым мерам со стороны государства мы в скором времени с успехом преодолеем это испытание. Впереди у нас много праздников. Поздравляем наш народ с Наврузом. Пусть мир и благополучие всегда будут с нами. С раннего утра, услышав поздравления президента народа Узбекистана с праздником Навруз, наша вера в жизнь и будущее только укрепилась. Сегодня в мировом масштабе идет борьба с распространением коронавирусной инфекции. Наше государство и правительство принимают все необходимые меры для скорейшего устранения этой серьезной угрозы. Если мы сплотимся еще сильнее, будем сохранять спокойствие и проявлять высокую ответственность, то в скором времени эти тревожные дни останутся позади. И как подчеркнул наш президент, вместе с нашим народом отметим еще много праздников, проведем много сайлей и широких народных гуляний. Пользуясь случаем, хочу поздравить народ Узбекистана со светлым праздником Навруз. Поздравление президента Республики Узбекистан воодушевило. Я как врач могу сказать, что со своим коллективом, с системой здравоохранения, каждым сотрудником прекрасно понимаем, что это очередное испытание, с которым мы, естественно, выйдем с честью. И те слова проникновенные, которые были сказаны президентом, они еще раз показывают, насколько мы должны быть сплочены, насколько мы должны быть сильны духом, практически не покидать нас не должна никого сознание того, что судьба нашего народа зависит от каждого из нас, от тех действий совместных, слаженных, скоординированных Министерством здравоохранения в данном случае и другими ведомствами, и что мы с честью все это выполним. Свою миссию медицинских работников мы выполним сполна. Праздник в наших душах, и поэтому мы понимаем, что празднования наши просто отодвинулись во времени.